Донецкая Горловка приходит в себя после массированного обстрела со стороны украинских силовиков. Трое мирных граждан ранены, полсотни домов повреждены. Зафиксировано прямое попадание в школу. По словам жителей, такого не было с прошлой зимы. Как сообщили в Минобороны, провозглашенной ДНР, снаряды были выпущены в ночное время, в том числе из крупнокалиберных установок. Люди прятались от мин в укрытиях.